Все, закончен монтаж душевой кабинки. Габариты душевой кабинки 1 метр ширина, длину 2 метра, высоту 2,60. Наверху прозрачный поликарбонат, здесь белый. Белый 6 мм. Дверь на петельке с ручкой. Свальная конструкция с профильной трубы 20 на 20. Труба оцинкованная, плюс полимерный порошковый окрас светло-серого цвета. Белого даже, наверное. Значит, фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Сколочен, скручен трапик с трубы 40 на, с бруска 40 на 30. Здесь, значит, шторка, лейка, мыльница, крючочки для полотенец, бак на 200 литров с подогревом, трантик. Все качественно, надежно. Шпингалет, чтобы закрыться изнутри. Закончили монтаж душевой кабинки. Габариты душевой кабинки 1 м на 2 м на 2,60 высоту. Сварена душевая кабинка с профильной трубой 20 на 20. Стенка трубы 1,5 мм. Труба оцинкованная. Плюс полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета по каталогу RAL 7035. Белый поликарбонат 4 мм. Новатор, 15 лет гарантии. 15 лет гарантии. Оригинальность душевой, то что дверь находится сбоку, а не спереди, как обычно. Выведена трубочка под шланг. Сзади там провод для бак стоит с подогревом на 200 литров. Сколочен трафик, трапик. Шторка, лейка, крантик, мыльница. Бак 200 литров с подогревом. Приветствую подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня мы смонтировали душевую кабинку. Свалена душевая кабинка с профильной трубой 20 на 20. Труба оцинкованная и окрашена полимерно-порошковым способом белого цвета. Поликарбонат 4 мм. На стенах и дверях серенькая, непрозрачная. И вверх, где стоит бак, прозрачный. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Там клиент песочком отсыпал, вода будет уходить. Здесь, значит, сколочен трапик из брусочка 40 на 30. Он съемный, если надо будет его убрать. Также здесь находится шторка, крючочки для полотенец. Лейка с подставочкой, с регулятором высоты, мыльница и бак 200 литров с подогревом. Температура регулируется. Вот здесь находится уровень воды. Там сверху крышка. И вот провод для подключения 220. Все просто и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Будем рады ответить. В душевой кабинке. Габариты душевой кабинки 2 метра в длину, 1 метр в ширину и 3 метра в высоту. Бак 200 литров. В душевой кабинке сделан трапик. Шторка, лейка, крантик для воды, крючочки для полотенец и мыльница. Все надежно и красиво. Сварена душевая кабина с профильной трубы 20 на 20 и 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас, белый цвет, поликарбонат белый,
красиво и надежно. Также на участке 2 года назад поставили теплицы арочные, 2 штуки. 3х6, 3х5. Все стоит без наликаний. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. And you gave it all.